Здарова, товарищи! Мне очень нравится готовить на природе. Сегодня будем делать такой паприкаш из зайчика на природе, на казану, свежий воздух, все, чего надо. Значит, порежем га. Топорчик вам принадобится обязательно. Так, если вам кажется, что кусок слишком крупный, как то разделите его свободно. Вот оно. Зайчика надо всегда хорошо замариновать. Так что мы тут его добавим. Как то у меня у страны моей Сербии, это называется сделать пац. Пац. Ова. Значит, первое его порежем. Так, лопатку. Ничего я не буду бросать, оставляю и почки. И печем. Все будем готовить. Даже шею. Вот. Вот, товарищи. Для приготовления паца вам принадобится бело вино. Как то? Все то накладываете внутри, чтобы оно отстояло. Затем вам тут принадобится немного лука. Свободно, значит, нажмите рукой, добавите лук. Затем, товарищи, порежите морковку так крупными кружочками. Туда надо обязательно добавить соли, как то мясо будет стоять на ночь, чтобы оно как то выпило соль, чтобы потом было солено. Обязательно сюда надо накрутить перца. Так. И все это надо промешать. Так. И дальше, товарищи, это все вопрос вашего творчества. Можно сюда добавить, если хотите, тимьян. Можно сюда добавить, значит, какой-то вариант специй. Узбеки бы, например, добавили зиру. Зира такая очень, как то ароматная, интересная. Как то весь смысл в этом, чтобы мы закрыли запах дичи. И, дорогие мои, это все надо ставить в холодильник на ночь, чтобы отстояло, чтобы вино из пеци вытащили из мяса этот неприятный запах дичи. Пока наше мясо отдыхает, мы почистим немного лука. Как то лук, очень интересная штучка, помогает, чтобы у нас соус получился замечательный, интересный. Значит, порежем его мелко. Затем, потому что делаем паприкаш. Паприкаш – это от слова паприка. Тут нам, товарищи, принадобится побольше паприки. Паприка любого цвета, любого аромата. Тут можно добавить красную паприку, конечно.
god, товарищи, тут перво надо сделать хороший сильный огонь. Вот, товарищи, как то у вас мясо отстояло на ночь, возьмете мяско, приготовите. Надо сделать хороший огонь, значит, чтобы мясо получило хорошую корочку. За то добавим, значит, немного масла. И оставим на 2-3 минуты, чтобы масло нагрело все. Добавите, значит, потихонько здесь по сторонам казана. Пока это все потихонько жарится, возьмем немного цукиня или кабачков, кого к чего найдется, значит без разницы. Вот оно. И можем да добавим немного морковки, будет намного более вкуснее, поверьте. Так. Сейчас я добавим чуть морковки, чтобы это обжарили. А цукини будем добавлять потом. Сейчас ждем, чтобы оно получило золотистую корочку с одной и другой стороны. Возьмите одну вилку и потихонько проверяйте, как то получает ли се золотистая корочка, и потихонько переворачивайте на вторую сторону. И вот, дорогие мои, сейчас мы возьмем этот лук, морковку, добавим, усилить это немного белого вина. Закрываем запах дичи, добавим чуть водички. Так. Сейчас это все промешаем. Значит, да добавим немного барбариса. Можем да добавим немного паприки. Попробуем все это. Сейчас я то немного посолим. И все это варим на тихом огню, пока нам не уйдет на половину, не останет нам все такой хорошенький, вкусненький соус. Вот, дорогие мои, возьмем немного чесночка. Так. Так. Снимем кожицу. Порубим мелко чесночок сейчас. Чесночок, естественно, на ваш вкус, сколько любите. Я побольше, кто-то поменьше. Вот, дорогие мои, возьмете цукини или кабачки, у кого чего есть. Так, промешаем. Thank you.
Так, пока оно все жарится. Возьмем немного зелени. Мелко порежем. Уже можно смешать это с чесноком. Можно просто так ножом немножко порубить. То, что мне надо. Дальше, товарищи, все уже на ваш выбор. Можно опять заправить какой-то паприкой, чтобы дала аромат. Можно, значит, добавить каких-нибудь специй. Добавляем всю эту зелень. Вот. Вместе с чесноком все это промешаем. Оставляем буквально на одну минутку, чтобы чеснок дал свой аромат. И начинаем сервировать. И вот, дорогие мои, потихоньку вот, дорогие мои, зайчик, попрыгунчик. Это просто божественно пахнет. Я вам желаю приятного аппетита. Готовите, наслаждайтесь. Спасибо. До свидания.